Завтра в России стартует осенний призыв. Указ об этом подписал Владимир Путин. По плану до конца декабря ряды вооруженных сил пополнят более 150 тысяч новобранцев. Это молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Более 20 тысяч из них, как сообщили в Минобороны, уже прошли подготовку по военно-научным специальностям в организациях ДСА, в колледжах и техникумах. Служить можно будет в том числе в научно-производственных и спортивных ротах. Совершенствуется и сама технология призыва. Так, подавляющее большинство военных комиссариатов оборудованы автоматизированной системой «Паспорт». Это позволяет сразу же обеспечить всех, кого направляют на службу, персональными электронными картами. Это своеобразные паспорта военнослужащих.